Озвучка манги. Пожалуй, откажусь от главного героя. 31 глава. Начало второго тома. Приятного просмотра. Если задуматься, то причиной всего происходящего была именно я. Нет, это настолько очевидно, что можно заметить даже невооруженным глазом. Исказив оригинал так, как мне того хотелось, я поспешно разбиралась со всеми преградами на пути. Из-за одной тебя меняется абсолютно все. Да, это правда. И в то же время, почему подобное говорит мне, не дотягивающий даже до второстепенного персонажа, Юджин Анфрид? Кто же этот человек? Можешь ответить позже, я не против. Нет, сейчас лучше сосредоточиться на другом. Послушай, Рейнольд. Мне очень нравятся отношения, которые мы уже имеем. Повседневная жизнь Сирены, Люка и меня. Очень особенное для меня время, которое, боюсь, может разрушиться. Ведь я уже видела отчаяние, когда прожила жизнь, совершенно отличную от оригинала, но все равно умерла. Мне страшно что-то менять. Что случится, если моя жадность вдруг разрушит эти отношения? Как поступить, если из-за глупой ошибки друзья окажутся ранены? Меня бросает в дрожь от одной мысли, что если отдам свое сердце кому-то из главных героев, в одночасье весь мир вернется к оригинальной истории, полностью изменив характеры людей. Меня так часто бросали, что уже тошнит. Не думаю, что сейчас подходящее время для отношений. А если тебе признается Люк Оскар, ты ответишь точно так же? Ось? При чем здесь вообще Люк? Неважно, кто это будет. Я просто не хочу. Но даже если найдется такой человек, то лучше подождать, пока оригинальная история не исказится настолько, чтобы ее нельзя было вернуть в прежнее русло. Ведь тогда я наконец-то смогу больше ни о чем не переживать. Ладно. Кажется, ему стало легче. Трудно скрывать, когда тебе кто-то нравится. Думаю, неловко сейчас тут только мне. Должно быть, я поставил тебя в затруднительное положение. Прошу прощения. В последнее время мне было сложно контролировать свои эмоции, поэтому понимаю, что слишком надавил на тебя. Я буду сдержанней. В романе Сирена тоже отступила, когда почувствовала напор со стороны Рейнольда, но он не избавился от своих чувств. Интересно, останется ли его симпатия до самого выпуска из Академии? Если это случится, то я... Когда ты почувствуешь себя немного свободнее, подумай, пожалуйста, еще раз о моих словах. Но ведь твои чувства могут измениться. Нет, то есть... Не думаю, что такое случится. Я подожду. Надеюсь, ты не станешь меня избегать и менять свое отношение. Я хочу лишь этого. Сначала признался, а теперь просят относиться как обычно. Слишком противоречиво. Хорошо, я постараюсь. Но... Аринда! Аринда, ты в порядке? С тобой ничего не случилось? Что он тебе сделал? Все нормально, но ты выглядишь уставшей. Может, спустимся и посидим? Нет-нет, ты не ранена? Спасибо, теперь мне лучше. Это извинение, мы ведь не смогли посмотреть на фейерверки вместе. Главное, что ты вернулась целой и невредимой. Теперь я еще больше чувствую вину из-за такого грустного выражения. Мне следовало вернуться пораньше, даже если бы пришлось отрубить кое-чью дурную голову. Теперь я снова в гневе. Да как он посмел заставить нашу милую Сирену бегать? Вы не голодны? Раз так все обернулось, пойдемте по ночному рынку. Нет, я правда в порядке. А если завтра упадешь в обморок? Подумай хорошенько, Сирена. Кто упадет? А, напугал. Упадешь? Что это значит? У тебя что-то болит?
Да не у меня. Я что, каждый раз болею? Тогда кто? Сирена и Рейнольд. Что произошло? Подобное выражение я застала лишь однажды, когда он обнаружил меня вместе с Юджином. Да и те слова о том, что внук главы шел по следу именно моей магии, а не Люка. Думаю, это означало, что высокоуровневые волшебники могут скрывать свою силу. Возможно ли, что спектакль с похищением был для Оскара? Ты видела с ним? Ну, меня скорее одолжили на время. Тот человек внезапно схватил Ринду и использовал перемещение, поэтому нам пришлось повсюду ее искать. Перемещение? Я не видела его формулу. А как нашел? Сказал, что почувствовал магическую силу. Если я сейчас покажу тебе формулу и установку нужных координат, сможешь выучить? Здесь? Научу даже сокрытию собственной силы, так что просто повторяй следом. Постой, Люк. Все ведь хорошо. Пожалуйста, успокойся. Все наладится даже без этих знаний. Веришь? Люк, тебе надо успокоиться. Насколько же он сейчас зол, раз его магия смогла достигнуть максимума. Такого Люка я не видела даже в оригинальной истории. Как мне его успокоить? Если это снова произойдет, богом клянусь, что стукну его посильнее, даже несмотря на то, что он внук главы магической башни. Так что давай. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Успокоился. Теперь он...